Вы матерый инди-разработчик. Ну там C-Sharp знаете, JavaScript, кучу других страшных слов. И вот настал тот момент, когда вы решаете сделать игру пятилетки. Только вот 3D-моделек для вас запилить некому. Не беда, вам поможет криворукий моделлер. Я расскажу вам, как быстро и безболезненно слепить 3D-контент для вашего шедевра. Меня зовут Дмитрий. Понеслась. Чё, пацаны, геймдев? Готовы побыть немножко серьезными? Нет, я понимаю, что многие пырят видосики ради ора. Но как-то недавно в нашей группе я залип на то ли коммент, то ли вопрос, собственно, а какого лешего вы, ребятки, этим занимаетесь? Ну, в смысле, не орете, а модельки кулибите. За всех я не отвечу, поэтому предлагаю сделать это вам в комментах на ютабе. Самый угарный я закреплю в топе. Что думаю я по сему поводу? Ну, кто-то человек искусства, и это способ выражения мысли. Некоторые действительно пилят на коленке мега продуманную игрульку, чтобы иметь миллион денег до неба два раза с продажи онной. И да, это математический термин, я узнавал. Многие собираются в небольшие группы и пытаются барыжить своими модельками чуть ли не в ларьке у подъезда. Хотя запилить свой собственный сайт, собрать команду моделлеров и плотненько так засесть за создание 3D-контента будет на порядок результативней. Единственное при этом не ошибиться с выбором хостинга. По сути службы, которая заботливо разместит файлы вашего сайта на своем сервере, чтобы доступ к нему был 24/7. При этом по адекватной цене, со стабильной работой и молниеносной техподдержкой не в течение суток, а 20 минут в среднем. Ну и панель управления должна быть не как на космическом шаттле, а максимально удобной и понятной. Именно таким хостером является TimeWeb. Их дата-центр находится в России. А если вы слыхали о законе о персональных данных, значит понимаете, насколько это белиссимо. В поддержку можно обратиться в чатике на сайте, в соцсетях, телеграме, вайбере и по телефону. А я уже говорил, что с помощью их мобильного приложения вы можете работать над сайтом даже в метро. Что? В вашем городе нету метро? У меня тоже. Зато у меня для вас есть промокод KM, который нужно вводить в разделе «Бонусы и промокоды» после регистрации по ссылке в описании. И при оплате хостинга на год или больше вы получаете месяц хостинга на шару. И вообще, на полном серьезе. Я вот сижу и думаю, а идея с сайтом не так уж и плоха. И тем ли я занимаюсь? Моделю тут всякие базуки, кстати о них. Сегодня на операционном столе у нас RPG-7. Его мы и замоделим. Сразу после того, как заценим домашку. В бестекстурной номинации отмечу работу Айдара Валиахметова. Ну а лучший вариант в цвете порадовал от Ивана Ласточкина. Ваше видение RPG можете продемонстрировать в нашей группе ВК в альбоме «Домашка». И работы Number One попадут в следующий видос. Итак, прежде чем начать моделировать реквизит к фильму «Эдвард Руки-Базуки», нужно нагуглить фотки или чертеж, по которому будет лепиться модель, и натянуть ее на обычный плейн. Как это делается, было показано 100-500 раз раньше. Например, в видосе по Макарову, так что предлагаю ознакомиться. Как несложно догадаться, вначале обзаведемся цилиндром с одним сегментом по высоте и 18 сторонами. Примерно подгоняем его по картинке. Чтобы сделать его полупрозрачным, для удобства надавите клавиши Alt-X и конвертируем в editable поле. Выделяем передний полигон и применяем инструмент Bevel, ориентируясь все на то же изображение. Ну а после экструдируем до сих пор. Теперь возьмем задний полигон и тоже экструдируем его до того места, где заканчивается вот эта деревянная хурма. Как вы уже поняли, название этих причиндалов я гуглить не стал, поэтому придется смириться. Выделим следующие полигоны и тоже применим экструд, пользуя способ Local Normal. Переходим в режим Edge и коннектим эти грани 4 раза, расставляя свежие ребра в месте изгиба таким образом. Ну а после масштабируем по фотке в режиме вершин.
теперь запилим эту дудку. Да, пускай будет дудкой. Выделяем сей полигон и юзаем bevel. Ну а дальше то же самое, что и со скруглением на деревянной фиговине. Коннектим и масштабируем по картинке. Чтобы прорубить углубление в этом месте, пользуем inset на этом полике. А затем дважды bevel. Следите, чтобы внутренние полигоны не повылезали сквозь наружные, а в целом тут ничего сложного. Спереди так вообще, inset и экструд с отрицательным значением. Основа готова, потому обмажем ее дефолтным серым материалом и выберем черный цвет для ребер. Вы можете заметить, что наша заготовка выглядит не совсем гладко. Для этого и придуманы группы сглаживания. Если не париться, то можно выделить весь элемент и жмакнуть автосмус. Но работает эта магия не всегда так, как хочется, и порой нужно поковырять все вручную. Но об этом как-нибудь в другой раз. Начнем навешивать на нашу вундервафлю всякие приспособы. Первой присандалим что-то типа хомута, находящийся в районе этой высокотехнологичной деревянной хреновины. Крафтим цилиндр и размещаем его на то место, где будет эта штуковина, подстроив диаметр и высоту. Конвертнем и сносим эти полигоны. И вот этот сверху тоже в топку. Должно остаться такое недокольцо. Выделяем данные эджи и, наступив на Shift, тянем их чутка вверх. Затем, выделив только одно из этих ребер, вырисовываем вот такой крендель, не слазя с шифта. Если напортачили, то всегда можно подшаманить вертексами. Ну и для наделения сей штуковины толщиной, применим к ней модификатор Shell. И поиграемся с данными крутилками. Остается только размножить ее, ибо нужно их в количестве 3 штук. Разумеется, немного уменьшим, но не по всем осям, а только по этим двум, дабы не менять ширину. Следующий у нас будет рукоять, та, которая просто рукоять. Для начала прицепим бокс таких размеров, в место, где заканчиваются дрова и начинается металл. И уже на него насунем рукоятку, тоже выпиливаемую из бокса. Конвертируем в editable poly и в режиме вершин подгоняем по габаритам на изображении. А дальше просто коннектим вертикальные грани и вертексами продолжаем подгонку. На этих двух эджах применим чамфер. Ну и не забываем проконтролировать толщину рукояти. Это все же игровая модель, поэтому на глаз будет достаточно. Теперь скруглим это дело. Выделим все ребра и снимаем выделение с этих. И вот с этих. Остаться должно вот так. Ну или можно выделить вручную, но это дольше. Применяем чамфер с одним сегментом и дергаем за крутилку, пока не получится около того. На очереди штуковина, в которой по идее кроется ударно-спусковой механизм, но это не точно. Скопипастим этот бокс и после конвертации немного растянем его. Экструдим полигон спереди до этого места. И с помощью коннекта добавим один сегмент ребер.
подшаманим форму и повторяем то же самое еще раз, только коннектим с двумя сегментами. Если видите, что вот полигончиков маловато, 1911 год, добавьте еще один сегмент. Ну или не один. Если главный герой в вашей игре это спусковая скоба противотанкового гранатомета, то, пожалуй, ее нужно скульптить, родить ретопологию, печь карты, ну вы поняли. Можно аккуратно положить на это. Саму же скобу мы выдавливаем экструдом и равняем форму по фотке. Сей полигон снизу тоже экструдируем. И законнектим грани по высоте, разместив их вот так. Это позволит экструдировать полигон сзади. Ну и добавив коннектом пару сегментов, подкорректируем форму этого отростка. Еще один отросток нужен сверху. Для его выращивания поднимаем следующие вертексы и экструдим данный полигон. Ну а это место скруглим чамфером. Рукоять под этой бедой делается точно так же, как и та, что мы смастерили раньше, даже проще. Конвертированный бокс подгоняем по изображению. Используем чамфер на этих ребрах. И потом чамфер на боковых эджах. Время заняться прицельными примочками. Для их крепления понадобятся специальные крепежные, короче, хер знает, как их величают, они просто надо и все тут. Делаем бокс и конвертируем. Врубаем привязку к эджам и двигаем данное ребро к этому на корпусе. А эти два к вот этому. Как видите, эта штука находится не совсем по центру, и это не баг, это типа фича. Выровняем низ, хотя это не обязательно. Коннектим по высоте тремя сегментами. И в режиме вершин лепим такую форму. Клонируем это недоразумение и чутка уменьшаем по ширине. Такие же приблуды нужны и на конце ствола. Просто копернем и также с привязкой прилепим эти ребра к оным на стволе. Кстати, привязка может порой выеживаться из-за криворукости, потому если с ней не вяжется, делайте вручную. Это не критично. Тут я типа решил выровнять вертексы по одной оси, хрен знает нафига, эстетики тут вроде по минимуму, ну да и шут с ним. Также копипастим и увеличим ширину у передней деталины. Ну и подгоним обе по высоте, а то я что-то провтыкал сделать это раньше. Крепиться на это великолепие будут следующие гомососины. Сначала берем простецкий бокс и конвертируем. Удаляем следующие полигоны, чтобы остались только эти три. После чего выделяем 4 верхних вертекса и юзаем чамфер, дабы скруглить углы. Если скругления маловато, жмакаем на этот плюсик и малость уменьшим значение.
Клонируем это чудо для дальнейших опытов. Дальше применяем все тот же чамфер на следующих эджах. И дважды коннектим все грани по ширине, разведя их ближе к краям. И еще один коннект по высоте. Ну и перейдя в режим вершин, начинаем малевать что-то вроде этого. Берем теперь эти полигоны и приправим их немножко бевелом. После удалим эти два и равняем данные ребра с остальными. Осталось применить заклинание Shell и конвертнуть. Подобная шляпа и здесь, только нужно сообразить отверстие. После подгонки по размерам, также скругляем низ, используя чамфер. Ну и коннектим один раз по ширине. Теперь отчебурашим одну половину. На этом полигоне юзаем инсет, после чего его тоже в топку. Из этого и будем делать отверстие. Смотрим, видим, что оно у нас будет с 7 сторонами. Именно с таким же количеством сторон нужно скрафтить цилиндр. Ну а дальше с помощью привязки к вершинам размещаем вертексы таким вот образом. Если что-то перекосырылено, просто немного крутаните. Цилиндр нахер, он нам больше не нужен. Дальше нужно заюзать модификатор Symmetry, что собственно и делаем. Ой, все пропало. У меня не получилось. Но вы пробуйте, делайте, и у вас все получится. Подписывайтесь на канал, там лайки ставьте. Пока.